Так, здесь у нас находится лагерь НТУ. Называется лагерь «Союз». Так, сейчас вот зайдем, посмотрим, как ребята благоустроились. Здравствуйте, вас как зовут? Меня зовут Виталий. Я участник команды «Союз» от НТУ. Виталий, покажите, да, как ваш лагерь благоустроили? Да, мы сюда приехали вчера, где-то около часу. Вот у нас интересное зонирование лагеря. То есть здесь у нас зона практически пляжного отдыха. Ну, там бутылка – это реквизит, естественно, она для антуража только. Подушечка, зонтик и мягкие места для проведения пляжного отдыха. Также у нас здесь ракеточки для бадминтона и площадочка для игры интересной. Здесь вот у вас, я смотрю, за 15-й год плакат выставлен вашего мероприятия и за 16-й год, Точно так. Оба эти года мы участвовали в турслете крайне удачно. Мы заняли и в 15-м, и в 16-м году первое место в этом турслете. А вы сами-то давно ездите на эти мероприятия? Я на турслет уже езжу, ну, больше 10 лет практически. Состав ребят периодически меняется у нас. Вот сейчас команда достаточно омолодилась. Ну, костяк остается тот же, Костяк остается, да. Аксакалы наши. Здесь у нас находится обеденная зона. Вот за этими плакатами у нас расположены столы, за которыми команда принимает пищу. Завтрак, обед и ужин. Ну, сейчас все находятся на представлении пешеходной дистанции. Так что здесь у нас находится столовая. Здесь вы готовите? Здесь у нас, да, зона, кухонная зона. Мы готовим. Умывальник. Себе, да, вот на жаре. Дрова привезли на специально. Конечно, чтобы потому не рубить лес. Да, за порубки команда снимается вообще с турслета. Так, здесь у нас девушка. Девушка, как вас зовут? Я Лера. 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 Валерия. Валерия. Тоже. Как вам Валерия здесь? Сегодня отличная погода, да? Да, сегодня 1 июля 2017 года. Мы очень ждали этой погоды, она так удачно совпала с началом турслета. А здесь у нас находится спальный район, так сказать. Это все палаточки, где мы провели нашу первую ночь на турслете. Ну вот такой лагерь. Вот у меня вот не вязали. А помостик смогла? Ну да, он еще такой. Ты сейчас ездила, да, куда-то? Да я, блин, просто я как-то. Ну и как? Да, все, я понял. Тихо идет съемка. Он стал просто впереди. Окей. А это еще один член команды «Союз». Это наша любимица, наша собачка, хаски. Ее зовут Юта. Она приехала вместе с нами отдыхать и участвовать во всех конкурсах, убеждать. Участвует в самом главном конкурсе, она дегустирует все блюда, которые приготовил повар. То есть это полноценный член вашей команды? Абсолютно. Хорошая. Мы приехали сюда отдохнуть и занять первое место. Обойдя хоть всю планету, лучше аквы в мире нету. Браво! Коллектив «Физкультурный Восток», цех номер 9, ПО «Севмаш», приехал на турслет. Мы уже едем больше 40 лет и всегда почти, ну, чемпионы. Ура! Ура! Впереди нас ждет успех! Цех 9 лучше всех! 42! Ура! Победим всегда! Мы представляем 50-й цех. Ура, Рочи!
ЧГК! Какая хата! Сегодня здесь, на базе отдыха «Сосновка», мы открываем туристический слет. Он проходит в рамках 63-й летней спартакиады «Симмаш» предприятия. Итак, дорогие друзья, прежде чем мы начнем торжественную часть, мы должны представиться и знать, какие команды у нас сегодня присутствуют. 42! Ура! Победим всегда! Следующая команда, пожалуйста. Наша команда «Тильдис». Громко, четко, ясно. Дайте 3, 4. Мы не горим, мы зажигаем, ставим цель и побеждаем! Сомневайтесь! Ваша команда «Сапун». «Сапун» всегда в красоте! Заволочь немного нас, настроение высший класс. Из команды мы движок, и у нас всегда все ок. Наша команда «Беловолевец», наш девиз «Ика», Леша, Саня, Слава, Дима, Витя и Татьяна, Юра, Коля и Сережа. Мы друг другу всем поможем, сильные, умелые, быстрые и смелые. Будем мы всегда дружны, так как «Беловолевец» мы. Раз, два, три. Попади-ка всю планету, лучшей аквы в мире нету. Менее мужества и муз, непобедимый наш союз. Вот и ребята. Всех порвет в один момент. 55-й элемент. Мы команда «Высший класс», очень весело у нас. Эму мы себя зовем и всегда вперед идем. А мы команда. Наша команда «Комета», наш девиз. Быстрые, смелые, ловкие, умелые. Улитки. Мы гутем, мы гутем тебя. Наша команда «Дружба». Наш девиз. Дружба нам нужна везде. В спорте, в отдыхе, в труде. Девиз. Всех 9-й лучше всех. Впереди нас ждет успех. Наша команда «Факел». Наш девиз. Факел – это сила. Факел – это класс. И кому победы факел не отдаст. Мы команда «Лис не птица», нам на месте не сидится, нас ничем не испугать, наш девиз вперед шагать! Ура! И еще у нас есть гости. Это строитель кораблей «Серба» Валерий Николаевич. Ему аплодисменты, он сегодня будет освещать весь наш курс-лёт. Присутствует начальник центра 33 Константин Петрович. Владимирович Калеминцев. Калеминцев! Мы должны всех своих кандидатов знать в лицо. Спасибо, что вы сегодня с нами. Так, дорогие друзья, внимание, колонна, равнение на флаг. Флаг слета поднять. Слава, Дыма, Красная, Дыма, Севера.
Лицин Кирилл, Кутлов Романько Роман. И хотелось бы представить, чтобы вы знали в лицо нашу медицинскую сестру Людмилу Ивановскую. Так, дорогие друзья, позвольте мне предоставить слово главному судье соревнования Пикова Светлане. Так, внимание, команда! Организационные моменты! За идеи отвечают родители, не слуги, родители! Ну, в общем, мы уже не первый раз на турслете, и в этом году мы обязательно победим. 55-й элемент. Даже не сомневаемся. Всех порвет в один момент. 55-й элемент. Ура! Ребята, вам сегодня, наверное, повезло с погодой, да? Это да. Наверное, ждали этого момента. Нет. Сколько лет ездите на это мероприятие? Не первый год. Не можем сказать по-разному. Точно. Ну вот вы сколько... Я четвертый. Много раз побеждали? Все. Всегда. Всегда, да? Всегда, да. Минимум призовая тройка всегда наша. Второй, первый. Но у вас сегодня самые активные здесь из 55-го цеха собрались. В данный момент, да. Еще должны подъехать, еще ждем ребят. Это те, кто с пятницы, кто вот это все построил, оборудовал. Сказать, сейчас пыль. Сколько палаток у вас здесь вот оборудовано? В данный момент десяток. И это еще не окончательная цифра. Да, это не окончательная цифра. Ну что, еще всем спасибо. Удачи вам. Никулин Евгений, команда «Штурвал» ПКБ. Наш лагерь, который мы начали обустраивать вчера и продолжили сегодня. Вход с плакатом о прошлых достижениях, прошлых турслетов. Ездим мы уже далеко не первый раз. Я езжу, например, с 2008 года, начиная с небольшими перерывами на время командировок и так далее. Ребята, в принципе, тоже все опытные. Много новичков в этом году. У нас команда собралась в этом году 53 или 54 человека. 54-й должен подъехать. Давайте пройдем. Ну пойдемте, Евгений, вы покажете, как вам благоустроен ваш лагерь. У нас плакат, в котором можно сфотографироваться. Да нет, почему? Здесь дрова. Вас как зовут? Представьтесь. Я Дмитрий. Максим. В каких соревнованиях вы сегодня будете участвовать? Волейбол. Здесь у нас трава. Складская палатка. Здесь у нас, в принципе, плита, кухня. Здесь у нас умывальная, плюс собираем мусор, все в одном месте, чтобы потом взять, вынести и оставить все как было, в первозданном виде практически. Ну, дальше, здесь у нас город, так сказать, палаток я сбился со счета, поэтому... Здесь у нас, смотрите, мясо, которое пойдет на кашу с мясом. Угу. Обещают сделать очень вкусно. Я надеюсь, так и будет. Понятно. Ну, в принципе, небольшой компактный лагерь. Надо? Ну, у вас очень хорошо здесь все благоустроено. Да. Единственный недостаток – уклоны. Тут ничего не поделаешь. А дальше там уже по прохождению будут продолжаться. Вавилову пиши. Вавилову пиши. Здравствуйте. Тут у меня есть все. 28 сайтов. Да, я буду писать. На, вот отсюда. Нет, просто едешь отсюда списывать. Надпись. Вы специально, Наталья, заказали такие шарики? Да, у нас их очень много. Символика ПКБ и Союз машиностроителей? Я поеду. Я с ним ездила, да, тоже. Все. Нет, если других список нет, то я во вторую команду. Давай, Савушки. Вот, ее надо придумать. Давай, Наташа Острокопытова. Не обязательно, кого здесь нет. Ты у меня побежишь? Не обязательно. Это, подожди, надо мальчика. В общем, ты мне просто отдай. А где Ваня? Ваня?